Компания Solar Group началась как часть проекта двигателей Дуйнова, отвечающая за привлечение финансирования. Но через 3 года она стала одним из самых привлекательных в мире активов на новом рынке инвестиций. А начинали ее энтузиасты-профессионалы. Для них это был уже не первый проект, они уже имели опыт в реализации таких проектов. И они прекрасно знали, что делали. За считанные месяцы они подготовили проект, документацию, выпустили все подробные обзоры и презентации, сняли десятки видео и в конце концов начали привлекать к себе первых единомышленников, которые и стали первыми инвесторами. 2000 человек привлекли в первые буквально несколько месяцев работы проекта 1 800 000 долларов с помощью 1000 партнеров, работающих в 40 странах. И это все сделали только 10 человек. 2018 год стал по-настоящему прорывным для продвижения проекта. Сотни часов вебинаров собирали миллионы зрителей, которые стали первой аудиторией, и все это делали команды только из 40 человек. Тогда уже основной философией нашего проекта становилась безусловная целесообразность. Мы работали без дорогих, роскошных офисов в Москве. Мы работали в коворкингах и малых офисах командами. Команда разработчиков в Новосибирске, команда маркетинга в Туле. И благодаря этим людям удалось собрать 10 тысяч инвесторов в этом году на 8 миллионов долларов. В 2019 году мы сделали ставку на развитие именно мирового масштаба, на открытие национальных представительств. Мы открыли 9 стран во всем мире, и каждый раз в первые 3 месяца работы национальное представительство собирало 500 человек инвесторов и 1 миллион долларов. Мы открыли таких 9. Все национальные представители работали на тот момент на технологиях, которые мы проверили до этого в 2018 году сами. И к концу 2019 года нас ожидал совершенно, вернее, как ожидал, мы не ожидали масштаба в 20 тысяч инвесторов, 23 миллиона долларов от 10 тысяч партнеров из 125 стран. Этот результат вдохновил не только нас, но и вдохновил наших инвесторов и партнеров. И в новый мир 2020 года мы пришли достаточно подготовленными. Мы создали инструмент, который с помощью 14 распределенных команд, работающих в малых группах, малых офисах, в одной инфраструктуре, содержание которой стоит как аренда офиса в Москве, мы с помощью такого коллектива и таких подходов создали инфраструктуру, которая способна привлекать 50 миллионов долларов в год на один проект. Но мы пошли дальше. Мы дописали мультипроектное ядро и сейчас готовы умножить эту цифру на 5 как минимум. То есть наш потенциал масштабирования сейчас – это 5 проектов. С помощью нашей команды, с помощью наших инструментов, с помощью наших возможностей. И знаете, к новому миру инвестиций, о котором говорил Паша, мы пришли достаточно подготовленными и достаточно масштабными для того, чтобы стать в нем действительно весомым игроком.